что, ребят, всем привет. Как и обещали, будет рыбалка сегодня у нас на Таежной речке. По такой тропинке движемся на обтоптанной рыбаками. Погода сегодня метель небольшая, градусов, наверное, 3-4. 8? Ладно. Говорят, 8. Посмотрим, что у нас сегодня будет клевать. Мы сегодня втроем. Увидимся на речке. Ну что, ребят, приступим. Удочка, кинжал, всеми любимый. Ну вот, дед у нас поймал первую сорогу. Красота! Красноглазка. На другого чертика, да? Да. И на золотого. На чертик, на черного попробовал. Вот в этой лунке ты попробовал. Ну, я пробурил, сейчас попробую. Вот она. Ха-ха. Ребята, вот она, моя первая таежная сорога. О! Но это мы ее называем сорогой. А так это плотва там или кто? По одной больше не выдает. О! 3-0. Дед опять обрывился. Не крупная, но смотри. Нет-нет, да есть поклевки, да? Плотного косяка нету тут. Ну, не у дна берет, пол воды. Сорожка всякая клюет. Который раз у дна, который раз почти наравне головы. Три ноль. Ты же одну ту же вытащил. Ну. А вы же две вытащили. Общий счет. Ну, дед таскает. Одну за одной. Самооцеп. Где-то накрутится. Там у тебя мелко, да? Помельче. Ну вот этой полосой получается, она, видишь? Как-то. О! А это сипелявка. Мне надо тоже черного поставить, чертик. Какая уже? Четвертая. Да, подсекаю все. Какая вот эта сорожка? Может, сорожка быть мелкая. Вы даже такую не можете поймать, какую она поймала. Смотрите. Я боюсь даже. О! Боюсь даже нести. Самая крупная рыба этого сезона. Даже не смей двигать, не смей двигать. Еще одна. Дед сегодня всех обловит, как всегда уж. На самом верху клюет? Надо деда обурить. Как вот, мне кажется, надо за тебя попробовать. Не отбурить надо, или вот сюда пробовать? Ну.
А, давай я напротив тебя сяду. О! Вот это клюет, да? Вот это клюнуло, да клюнуло. Ух, только поклевка. Опять тащит. О, живец-то. Это курям пойдет. Курям весной? Ну. Крупняк пошел. Вот. Один задним. А вот это алюминька, смотри. Вот такой ты ловишь там. Если уж она на черта клюет. Ты живцов что ли ловишь? А? Ты на живца ловишь что ли? Ловим, да не могу поймать. А сейчас. Где у тебя банка? Банк вот. Вон, бери. Вот же у него мелких-то сколько. Воду наливай. Володя, наливай воду. А вот это вот ферма. У меня там мелких же полно, бери. У меня живые еще они. Ты думаешь, это главное, что ли? Сегодня в Виляде концерт будет. Пойдем? Нет. О! Есть. На опускание. На опускание взял. Да конечно, иногда всяко клюет. Оп. Опять вытащил. О, поймала. Ну-ка, покажи самую огромную рыбу. Дай. Ну, белая, да, алюминька. Алюминька? Да, ребята. Поймала, нет? Идем по нарастающей. Вон, живца закидывай в банку. Красавица. Сорожка? Тоже она же? Да. Только мелкая. О, какая красавица. На чертика. Красавица. Но еще не такая. Ну да. Ты что, не селедка? Ну, для местной речки это более-менее... Мне кажется, да? Бруснику нашла. Зимой. Слабо? А вам слабо найти, да? Бруснику. Зеленую. Под снегом-то, да? Че ей? Деду. Вот вам. Цветочек посадили. Татьяна. О! Поймала огромную рыбу. Огромную. Как поклевки? Поклевки. Крупные рыбины не лезут в лунку. Да. Оторвала. Вообще оторвала. Что-то, говорит, было крупное.
на этого. Чёрт куда. Ну чё? Что? Оторвала? Да. Молодец? Да. Голова ли вот такой хлебный? Голова ли? Голова ли? Понятно. Какой тяжеленько был. Тяжеленько? Было. Да, такое там существенное. Нет, там прям нормально было. Никелька явно вот такой хороший. Никелька? Да. Голавль, скорее всего. Пробираясь вдоль речки, мы движемся на следующий омут. Снега не так много, но он есть. Чуть меньше колена. Вот. Пока что поймали немножко сорожки. Окуня, увы, нет. Сейчас выбираемся. Попробуем на балансир половить щучку. Смотрите. Ёрш ездит, тут рыба должна быть. Какой, смотри, красавец. Ну-ка, распушись. Распушись вот. Давай. Ну, сделай красиво. На опары что он должен клевать? Мощный бить ёрш-то. Да. Отпустим? А? Отпустим. Подожди, еще попробую. Может, еще куда-нибудь. Смотри так. Смотри какой. А вот уха, между прочим, с них самая вкусная. Ёршик, я говорю, тебе ёршика поймал. Для навару, для ухи, не самая рыба. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот она, рыбёшка. Тараночка будет. Оп. О, какая сорожина. Да, нет? Крупняк пошел, да? Да. Вот тогда. Крупнее этих еще. Только так попадали. Красота. Красивая такая она. Вообще. Ну что? Рыбалка, в принципе, у нас удалась сегодня. Душу отвели чуть-чуть. Даже ерша поймали. Да. Свежим воздухом подышали. Вот. Без рыбы не остались. На тараньку сороги наловили. Щуки, увы, не было, окуня тоже. Погода супер шепчет. Так что я думаю, надо собираться домой. Ну вот, ребят, наш небольшой улов. Часика за три погуляли, посидели. Еще вот еще одна. Будем сушить. Мы похожи на три снеговика. Да? Нет, они-то все слетают. Погода нас сегодня порадовала. Хорошо, хоть это тепло. Ветер, может, микрофон. Микрофон. Ладно. Видео с таежной речки есть первое. Может, еще будет. Так что подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Дед, скажи всем пока. Всем пока. Все.